Ну что, у нас тут финальный босс и финальный отсос. Короче, смотри. А, тут, короче, можно бегать внизу, вообще в самом низу по кругу, и у тебя будет само здоровье восстанавливаться, это если у тебя его мало. Просто бегаешь тупо, короче, и ждешь, пока восстановится. Вот. Также можно бегать чуть повыше, вот смотри, где я нахожусь, тут есть такая дорожка. Тоже вокруг, короче, бегаешь. Вот. Тут он в тебя никогда не попадает, если ты бегаешь, и у тебя здоровье восстановится. Вот. А так в основном нужно сейчас, короче, прыгать по этим штукам и в него стрелять. Так. Блять, вот у меня уже здоровья нет. Если мало здоровья, бегай тоже внизу или там чуть повыше. Он у меня глючит, он стоит на месте и трясется. Бля. Да. А вот у нас, у меня с одного удара много снимает. Нихуя себе, блин, меня он уже убил, прикинь. Видишь, мы когда вместе, он нас обоих мочит. Так что я не знаю, как нам тут играть. Если мы друг друга будем спасать... Только целиться в тебя, и надо сразу валить. Надо валить тогда, когда у тебя вообще не... Только начало, потом будет еще хуже, блин. А ты, кстати, в Outlast играл русскую версию, да? Там записки читал? Да, я в русскую играл. А там вообще записки важно читать или нет? Ну, там немного описывается, что за врачи там работали, какая больница или что такое. А этот чувак, который ты играешь, он типа ищет в этих записках, типа, ну, все, что можно собрать на эту больницу, чтобы их засудить. А там в этих записках говорится... Там врачи писали о своей работе и все такое. Тому, как мы должны там спали. Решаешься поиграть? Да.
Да, я хочу, но у меня... Я уже, кстати, скачал. Только надо установить и все. Там еще говорят то, что у многих на 32-битной версии часто вылетает или черный экран, и для этого нужно все настройки графики сделать на низкое и игру запустить в оконном окне. В окне. Фигово. А у меня ни одного глюка, ни бага не было. Ну что, пока держимся. Вот похожая игра тоже будет Daylight, там потом девчонка будет. Ага. Потому что с магией будет связано. Ага. А типа острова, то что там на улице крыша острова. Ага. Под полбом лазит, там анимация какие-то люди просто. Ой, блин. Сразу убегаем. Ну тут в копе легче, потому что пока он, например, на тебя отвлекается, я его могу мочить. Да. Ни одного из себя представляю, как сложно. Ай, просередину. А, блядь. Пиздец, не дохни. По мне пали. Ай. Я в самом низу. А нет. Просто лучше. Так, чекпоинт. Так, сейчас появятся вот эти штуки, нужно будет их мочить. Он от них энергию будет получать.
I do hope you like my latest creations. They're very friendly. How many of those things does he have? Greetings on those CIDs are showing high amounts of explosives inside. I would not let them get close to this. What about getting past his shield? Я посмотрю. Смотри, какая стадия сейчас будет. А, вот эти штучки нужно брать и кидать в него, чтобы сломать щит. Сейчас вот эти круглые штучки. Телекинезисом. Берешь и кидаешь прям в него. Кого в него? Лазеры? Нет, прям в этого. В него прям вот смотри, как я кинул. Прям туда в него. Видишь? В этого хера. Так, и сейчас тут будут появляться чуваки другие нас атаковать. Я тут на одном месте не стоял, я прыгал от все время, потому что они появляются постоянно. Так. Все равно они летать за тобой будут. Паузу нажмешь? Или будем играть? Я Почти уже замочили его. I do hope you like my latest creations. They're very friendly. What those things does he have? What about getting past his shield, Sid? Нет. Keep looking for a way to disable that shield. Very well. I will attempt to find the power sources generating the shield. Just make it fast. Clever, but ultimately futile. Nothing you have's gonna save you. We'll see about that. Прыгни на них сверху, капля. Saints will
Смотри, у нее совсем чуть-чуть осталось. Блядь, я упал. Блядь, не ту кнопку нажал. No, my dear Saint. I am not the one with the problem. You forget. I have an army in my command. Сейчас, по-моему, легко, сейчас просто добить его и все. Там у него чуть-чуть будет. Believe me, they won't enjoy it. А, сначала этих чуваков надо убить, которых он насылает. Да без них ничего не может сделать, нахуй. Синяк, блин. Кошарать может. Блять, у меня здоровья мало. Сейчас чуть пополню. Getting a little worried here, guys. Kinsey, Sid, Kate, anyone. To paraphrase the writer William Shakespeare. Да, может лучше с Кинзи перебить. Или они внизу тоже дохрена? Нет, внизу вроде нет. Ну они могут стрелять вниз, но там вроде их нет. А, тебе генераторы нужно замочить. No more hiding from you. Don't expect it to be that easy for you. Well, я тоже один замочил. И у меня здоровья уже нету. Кинзи, Сид, Кейт, anyone. To paraphrase the writer William Shakespeare, all that lives must die. Even a saint. Чё я не готов? Да. Sorry, we're late. Вон наши прилетели. Неужели? Welcome to the party. Get the fuck away from the boss, assholes. No problem. Time for the shield to go. Все, мочим его до победного, суку. Сдохни, слиняк. Популо. Ну что, все, прошли. А сейчас вроде кнопки надо будет нажимать. Нет. Сейчас прикольно будет, смотри. Он что, ты снимает? Я думал, что ты снимает. Фаталити! Фаталити, как у Саб-Зиро, кстати. Сам остался. Там стал
нации. You gotta keep up the game. Keep what you kill. It's a classic. Alright. Time to take over a new home world. And so the Saints Empire was born. Типа мы его империю захватили, теперь мы типа крутые. И где будет пятая часть? На военном планете? Не знаю. На Марс. Круто там стоит. Планета уничтожена, и бог они танцуют. Кстати, да. Кстати, точно, блин. Я как-то об этом не подумал. Вот я нигде не подумал. Я, кстати, после, ну, вчера стал смотреть, короче, да, третью часть прохождения сначала. Фу, блядь, такое дерьмо. Там вообще тупо начало один шутер, потом тоже один шутер, потом опять в городе поездишь немного, опять один шутер, блин. Тёртая хорошая. Ну. Во, смотри этот хуй. Во. Смотри, сейчас тоже будет танцевать. Жаль, что мы сейчас не бухие. А то бы сейчас ржали, пиздец. Ну чё, сейчас, короче, в титрах будут показывать фотки разработчиков всяких. Будешь смотреть или пропустишь? Интересно, покажу, что они курили. Я тоже такое хочу. Будешь смотреть? Все убитые в городе Кита.
Да, давай, не знаю. Ну, это как пропустить? Крестик. Вот, сейчас тебе покажут, что открылось. У меня, кстати, уровень не поднялся почему-то, мне ничего не дали. Ну, наверное, потому что я уже проходил эту миссию, только один. А у тебя что? 35 уровень. А что открылось, показали? А, синяк, по-моему. Машина какая-то инопланетная. Короче, смотри, иди за мной. Вниз. Так. Дальше сюда. Так. Вот смотри, тут, короче, компьютер. И третья опция, ты на нее нажимаешь, и это тебе покажут кучу всяких вариантов. Это город, короче, можно изменять. Там, короче, первые несколько вариантов ночные, а потом идут дневные. Вот первый дневной вариант называется Free. Вот его выбирай, это будет обычный дневной вариант. И потом дальше уже идут тоже дневные, но они разные. То есть, как вот, например, было в пятом Резиденте, там разные фильтры. Можно было сделать черно-белый, можно было сделать красный фильтр. Так и тут. Разные варианты. Вот Free — это обычный дневной. А ты какой хочешь? Ну, не знаю. Давай просто, не знаю, мне пофигу, в принципе. Ты же хотел днем поиграть. Давай день, обычным днем. Окей, я выбрал. Все, теперь возвращаемся. Я догадался, что можно использовать именно этот компьютер. Так я же когда... Ты чит помнишь искал? Типа, есть ли такой чит, чтобы сразу день включить? То я, короче, на YouTube посмотрел, как включить день. И я нашел видео, где чувак рассказывал. И он показывал все варианты, какие есть. Но там, в принципе, они не очень интересные. Там они, в принципе, мало чем друг от друга отличаются. Просто, например, какой-то более красный, какой-то более, например, черно-белый, какой-то более цветной, в каком-то меньше цвета. В общем, короче, особой разницы нету. Вот. Просто Free — это обычный дневной. А первый, Default, это по умолчанию, то есть обычный ночной. Вот. А в остальных особой-то разницы нету. Что будем делать? А знаешь еще, что открылось? Нет. Нажми на селект и выбери фон, телефон. И вторая строчка сверху — Max Suit. То есть мы можем в любой момент надеть костюм трансформеров и по городу ходить и всех мочить. А, круто. Ха-ха. Давай это мне гвоздичек пойдем. Давай. А, еще что открылось? Еще вот эти костюмы, на которых мы последнего босса мочили, они еще открылись. Можно выбрать их, но это нужно идти в магазин, где одежду меняешь. Ну-ка, интересно, если я в роботе в воду упаду, что будет? Мы, кстати, прошли на хардкоре, но мы же не все прошли. Мы только потом включили. Вот интересно, если бы мы полностью прошли, что бы открылось. Трофей бы дали. Я упал в воду, и меня обратно на берег высадило. Так, у нас тут, короче,
16 сайд-квестов, и еще у нас тут на карте разбросаны всякие дополнительные задания. Вот, если ты карту нажмешь, Activities называется. Мы выполнили, у меня написано 13 из 32. А почему у меня еще в Powers много закрыто? А что у тебя закрыто? У меня все открыто. Ну вот, например, я выбираю стоп, да? Ну. Там есть элементы. Ну смотри. Шринг какой-то закрытый. Да. Смотри, там же написано, что нужно делать, чтобы выполнить. Опциональные квесты надо выполнять. За каждый опциональный квест тебе что-то дают, какой-то апгрейд. Вот. Также тут есть апгрейды, нужно определенного уровня достигнуть, например, 40-го или 50-го или 38-го. Но мы еще дохуя что не сделали, у нас вот Activities 13 из 32 выполнено, потом Targets написано 22 из 79. Вообще пиздец, тут дохуя всего еще, видишь? Тут еще открылась фигня, что 15% скидка на любой товар, который ты в магазине покупаешь. Ну, именно из одежды. Я улучшил все, что мог. Ага. Давай тогда, как раз прошло полчаса, сейчас я тогда видео остановлю и потом решим, что дальше делать. Ладно.